Это репортаж, новости недели. О том, что важно знать, расскажем, как умеем. А ведь мы это умеем, новости наша стезя. Рифмы расскажем о том, о чем прозой нельзя. Это репортаж, новости недели. О том, что важно знать, расскажем, как умеем. А ведь мы это умеем, новости наша стезя. Рифмы расскажем о том, о чем прозой нельзя. Этот мир любит смелых, тех, что то и дело бросают вызов судьбе и бросают умело. Плюют в лицо страху с рождения до праха. Ни аха, ни вздоха, все по воле Аллаха. Их было трое смелых, не знающих предела. 7000 километров, ни шутки, ни мелочь. Но пик победы страшен, даже не спрашивай. Много смельчаков уже, его вечная стража. Один ушел первым, их осталось двое. Двое храбрецов, несмотря на горе. Отряхнули снег, накрывши их лавиной. Старуха хочет всех, попробуй-ка возьми на. Одна лишь мысль дойти, во что бы то ни стало. Дома ждут жены, дети, стареющие мамы. Следила вся страна за этой страшной драмой. Деревья умирают стоя, а мужчины рано. Клевета опасна, все по классике. Порою полная гласность, это вообще не классно. Фразами разными в этот раз ельбасы сыпал. Но это нам запомнилось в буднях недосыпа. Журналист как волк, его кормят ноги. Глаза и уши об этом у нас знают многие. Многие из тех, кому мы не угодны. Запугивать редакторов стало в стране модно. Но ельбасы в курсе, вот вам инструкция. За каждый новый шантаж лишение сразу же. Каждого с должности снимут, накажут. И даже не стоит заикаться о стаже. И вот что мы вам скажем, Atomic End Business тоже уже однажды шли до конца на принцип. СПК Топол, вам привет огромный. Но суд не посчитал вас очень уж оскорбленными. И на этом все, что мы сказать хотели. Это был репортаж новости недели. Ждите обновлений на канале нашем. До новых встреч, народ. С вами был Ермашев.